ってろ。
Я тебе покажу настоящую войну!
Зачем вообще что-то делать? Хочешь узнать? Подумай. Чего тебе надо? Рипер, наверное, проебался с калибровкой. На меня идет! Ща я тебя размажу! Опять меня просить. У тебя каждую неделю новая просьба. Нахуй иди. Заткни и делай, что я скажу. Что тут, блядь, творится? Поехали!
У нас погибшие! Ну, блесни красотой-то! Сука! Получай! На Бога и Родину! Хорошо пошло! Жена так всех перережет! Там. Это что? А!
Тяжелый период, блядь, у него. Стар я для этого уже. Сделайте с ним что-нибудь. Ну давай, не будем затягивать. Слушайте все! Тебе чё надо? В смысле чё? На вечеринку пришел. Только по приглашениям. Для тех, у кого нутро звездно-полосатое. А ты уёбовый. Ладно тебе. Я просто хотел развлечься. Покурить, пивка выпить. А мы что, тебя сюда приглашали, чучело? Чумба, ты чего такой напряженный? Проблемы? С женой посрался. А ты пошутить любишь, я смотрю. Но сейчас вместе посмеемся. Мы все тут любим пошутить, Вокер. Сегодня хороший день, хороший праздник, салют из всех орудий. Вот Ганнер огорчится, если кто-то это все испортит. Да понял я. Ладно. Вот так, Чумба. Пойди выпей чего-нибудь, отдохни.
Обмой новый рекорд, в конце концов. У вас тут состязание какое-то? Ага. Кто самый меткий? Я хочу с вами. А вот хер тебе. Мы как раз заканчиваем. А что, слабо? Боитесь, что я вас уделаю? Да ты хоть знаешь, кто я, а? Я 3 раза на фронте был. 3. Ясно тебе, крыса гражданская. В десантуре служил. Тише, Уокер. Я же говорил, мы развлекаемся. А если тебе охота что-то доказать, вперед! Ха, вместе оттянемся! А какие правила? Смотри, это посложнее, чем в тире стрелять. Нужна твердая рука и крепкая голова. Это как? А так, что перед каждым выстрелом надо поднять стопку. За Ганнера, нового хозяина города. Звучит неплохо. Ладно, что еще мне нужно знать? Стрелять будешь на 4 точках. Палишь в рожу Холта, время ограничено. Кто больше мишени продырявил, тот и выиграл. Больше всех пока выбил Уокер. Аж 43 очка. Обойдешь его, получишь приз. Вдарим Холту между глаз. Я так и понял, что ты любишь выделываться. Ну давай, покажи, что умеешь. Вот револьвер, стрелять будешь из него, иначе не считается. Меряемся мастерством, не пушками. Двигай к первой точке. Начнем по твоей команде. Не пуха. Эй, давай уже! Пей! Да. 12 секунд! Пошел! Главное, не переступай черту, когда стреляешь. А то дисквалифицируем. Стоп! Время вышло! Следующая точка! Эй, давай уже! Пей! Да. 12 секунд! Пошел! Главное, не переступай черту, когда стреляешь. А то дисквалифицируем. Стоп! Время вышло! Следующая точка! Сначала водку, а потом стреляй в морду Холту. Это, я тебе говорю, ветер такой, жух, все мимо сносит. Это что у вас за спиртяга? Тебе не пофиг, стреляй, 12 секунд. По правилам стрелять запрещено, эй, если за черту заступишь. Палец соскользнул. У тебя была попытка, Руди. Так нечестно. И стоп! Следующая точка. Ах.
до дна! За Ганнера! У тебя 12 секунд! Бегом, бегом, бегом! Вернись за черту! Мы тут за честные соревнования! Не провоцируйте его! Стоп! Последняя точка! Давай еще! Пей! Сейчас... Сейчас сблюю. А, че теплое-то? А какой ей быть в такую жарищу? Пали давай! 12 секунд! Не забывай про черту! Переступишь нее и все! Время вышло. Все, иди смотри результаты. Чё, посмотрим? Первое место с хорошим отрывом! Держи! Заслужил! Да ладно! Быть того не может! Врать не буду! Я впечатлен! Знаешь, нам на 6-й улице такие парни нужны! Ганнер будет рад с тобой пообщаться! Глядишь, и договоритесь о чем? Ганнер твой пусть в присядку дрочит. Ты пришел на нашу землю, гулял на нашей вечеринке, пил наше бухло, а теперь оскорбляешь хозяина? Хамство, бля, и наглость! А ты что думаешь, Уокер? А я согласен. Хамство и наглость. Иди сюда! Я тебе покажу, как надо! А ну, вылезай!
Это что? Что, подглядываешь за мной? Извращенец! Нас сейчас перебьют! We lost everything!
Да. Сейчас рванем! Вот. Миллионер из Нордука наймет в охрану меня, а не психа из Кантау. На нас напали!
Назад! Thank you.
Thank you.
Кто?